Танкисты, приветствую вас, с вами Левша, и у нас, каждый день постоянный хороший, интересный контент, все как полагается, и вот мы сегодня первый день высаживаемся. Из приятных новостей, Рина Андрей вернулся в корм, я еще просто не знаю, на постоянке или нет, вот когда я получу этот ответ, я тогда смогу опубликовать в группу пост какой-нибудь, и к нам в корм присоединится Мериториус. Он в последнее время много играет с кормовчанами, играет в различных турнирах, почему бы, как говорится, и нет. Вот, поэтому, в общем, у нас составчик так-то растет, не по дням, а по часам. Ренс, пожимай сюда, Ренс, сюда. Да, Леша, тебе уйти надо вниз, иначе я уже падаю. Вот это влево лучше уйти, ты не спеши бежать. Я успеваю. Окей. Ой, простите, Падаем вниз, Низин перезахватывай, если я еще понял. А мы падаем все вниз, нормально, по таймингу на сухой тайминге, они только тут едут. А мы Горгу будем перепушивать? Даже в ЦСКом. Да, вот тут останься, два можете по воде проехать. Можете Горгу не перепушить, просто заходите с двумя, сами переедете. Окей, мы его убьем, там один, нормально. Вот тут высечь, Ренс, Матикор, нам надо высечь. Это 4 проносит, надо вот эту высечь. На КСК можете понизить, куда Левша, можете себя перевалиться. Ну куда переводится? Давай. Нам на 4 убивать. Понизини, давай пойдем. Да, вам нужно соединяться с нами. Оставь тут 2 КСК, остальные соединяются с нами. Убиваем этого 4, давайте, быстрее. Ну, кто из нас третий уходит? Прибивайте его, сейвы все ищите. Убиваем его. Добирайте. Потом воду чистим, убиваем силик воду. Давай. Вы его быстрее убейте. Убейте его. Бейте чифа, добирайте. Давай, Мига. Доберите. Воду падай, Рина, воду падай. Кто? Помогите нам с водой. Кто? Я к вам еду помогать. Блядь, Силик, ты блокируешь его. Нам мы поедем, да? Я не знаю, да можешь поехать. Едь, помогай. Давай. Прибирайте. Воду подъедет. Я понял. Добрал. Гол 1700. Да, плохо, что я поехал. Еще 97 слева, слева. Там еще перепушу, Можете Горгу можете занять, по-моему, слышите? Да, вы можете Горгу, там туда надо, по-моему, Макс. Забирай. Не успеем уже. Там в поле следующего, кого? Давай вот это. 1200. Окей, доигрывайте, давайте убивать. Бля, ты зря по полю ранится. Вы убейте воду, а вы можете переехать на воду? Или это хуйня? Нет, хуйня, наверное. Надо добить. Я не успею здесь. Я пробую. Да, Букин играет, всё. Отлично. Вам грань поможет, 800 убивайте, 800, грань поможет. 800. Забирай всего. 100. Мига, забери. Грань, не хочешь следующего шот? Да. Фу, давай грань. Все, этого теперь забирай. Отлично. Еще перепушивают. Да, я уже еду. Гибера убейте. Они перепушивают, ещё туда. Я отсюда нормально стреляю. Гибера убейте. Не очень много. Да. Мига, давай, Мига, забери его быстрее. Тебе лучше танкист у тебя налево выйти, чтобы ты стрелять мог. Вот так выходите влево. Ты выслышишь? Тебя на подкате на подсвечивает. Меня выпушивают. Вот здесь две КС-ки, скорее всего. Убивайте колесик, Мига, колесик. Две КС-ки у меня выпушивают. Они не попадают. Колесик. Зипец, я сгорел. Убейте Ибера, он не высветит. Ибера, если можете забереть. Ибера, он не высветит тогда. Он высветит. Хорош. Не высветил тебя, Нитин? Нет, конечно. Стал заебись, это победа. Хорош. Бля, я зажил там случайно. Нормально вообще, нормально. Поехали, Андрюкс. Я тебе гору. Дерите. Больше. Приходите, воду вот так вчетвером приходите. Гору забирайте, если что, будете драться, Миша, все нормально. Воду до конца, да? Не делай, высвечивай больше. Да, мы тут будем драться, простите, их там... Поделитесь, мы захват, если что, возьмем, не волнуйтесь. Если что, трое, берите захват, два приезжайте вперед. Иди на захват и два 9-7. Вон, подсвет, закрывайте этого ЧФТН, 3 9-7 проходите, или 2. Примайте этих, все хорошо. Просто так, фокус, ставьте фокус. Он никого не видит, он... Так как же он... Едь 1-9-7 наверх, я беру захват. Я плюс Нидин, едь на захват. Да не хочу я на захват, я стою, хорошо. Ирина потом тоже на захват, Ирина уже... Стань ты, захват, пожалуйста. Да ты посмотри, где я стою, свечу. А, ну у нас Филипп посветить. Я стану захват. Окей, все, остальные блокируются. Добирайте его и ставьте блок. Булкин? Они даже не собираются их. Вот Госбас закидать сразу. Они корн 2 убивают просто. Зачем вас забивать? Он без катка, год ушел. Берете или нет? А, это и все, больше некому сбивать. Затушите его. Они все на гору приехали. Да, Найс. Они такие, ладно, базу проиграем, зато им пизды дадим на горе. Да. В принципе, с задачей справились. А, нормально. Я не просто. Задача поставленная, выполнена. Они соснули. Тут все в шоке, что Булкин живой, блин, охренеть.
Я говорю, что ты пропал, просто, и тебя не было. Он же стримит на Твиче, Киберпанк играет, я видел. Я не понимаю, блядь, Максим, если ты на Ютубе сидишь, да. И больше а при чем здесь YouTube? При чем здесь YouTube вообще? Тебя просто ты стримишь только с актером, и все. Нет, не приходишь. Он сам стримит, я видел его стримы. Не, понятно, что ты стримишь сам, блядь, я тебе про других актеров. Ну, вместе с актером, сам вместе с актером. И а, актером, в смысле, что к другим сам, не все. Ходит в гости? Да, ты вообще больше не Мак тебя в гости зовет? Да, он же турнир Чака играл, алло, в смысле. Ну вот видишь, ты на него наехал, он к тебе точно раз только пойдет. Макс, тебе напомнить, что в турнир Чака, куда он, какое место занял ты? А что еще? Так в том-то и дело, Максим вылетел такой, все, нету больше турнира Чака, и даже не смотрел, да, все. Да нет, ну помимо турнира Чака, понятно, что это левша тебя позвал. Не мог. Почему ты с Максом не стримишь, Булкин? Да. Потому что у него правильно поставленный вопрос. Максим, мы с тобой настримились на прошлом чате. Что ты выебываешься? И досылатель. Ну, конечно, раз в год тебе. Я устал от тебя на прошлом чате. Боевой третий. Булочи на КД. Ты туда же, блядь? Ты туда? Серьезно? В чате писали просто сейчас. На КД? Я говорю, заберешь его, а мне люди пишут, булоч на КД. Ребят, вот это Е4, Е3, помогите, Е3 вот это убить, который левша светит. Хорош, нормально поиграл. А че он какой-то неадекватный? Да дебил. Да, добивается. Почему оскорбляешь ты? Почему это с уважением было сказано? Не дебил, а дебил. Это две разные вещи. Это не вещи, во-первых, а человек. Я тебя вообще охуел, блядь. Просто оскорбляешь, только для него. Мне скучно, я поехала. Давай, поехали. Давай, ехай. Ехай. Ехаю, ехаю. Я не стал продолжать. Да, да, я. А вы быдлы. А как там было? Это вы так подумали. Я ничего не вкладывал в это выражение. Нормально, четырека стреляли как раз. Парень тонканул. А, иди, ну здесь на река встал. Полетели. Да, могу. У них ЕБР вылетели. Я бью сейчас. Да, он в эти кусты встал. Ай, лагает. Даже лоу-скилл клана начали ментикор брать. Ты про корм? Чё, не могу. Ну, ладно, покрою. Пацанам обидно это было, да? С уважением же сказал, да, Нидин? Конечно. Ну, не обижайте, пацаны. Да, вот оно. Не, ну по факту взяли, скопировали. Нет бы РХМа там придумать. Видишь, где мотикор стоял? Действительно, РХМа придумать, ну ты даешь. Да понимаю, рот рад. Прикол то, что затемный город добавили. И мы, получается, катаем с ребятами, и там просто пикают по две, по три мотикоры. На затерке. Ну, а не понял, по этой гряде ездят, которая по нулевой, где держабли эти валяются, или корабли что-то валяются. С рентгеном на этой ночке. Да-да-да, и они просто по густам этим ездят, верхний, если один умирает, едет второй. Вот так вот типа делают. Потому что ЕПР, если едет, там ты его засечешь за 130 метров где-то так. Бинг Бро пишет, всем ку, космическому рейнджеру отдельно, Дим, спроси у него, где плешивый. Ну, где-то шарится, наверное. Это про актера было сказано, я правильно понимаю? Не, правильно. А космический рейнджер — это я. А он почему? Решил. А почему ты космический рейнджер? Ну, блядь, ну... Ну расскажи, с легкой руки Сережи. Ну, блядь, ему же похуй. Вот увидел в этом стиме, выскочил, играет космических рейнджеров. Все, космический рейнджер. Я думал, ты просто... играл в космических рейнджеров? Я думал просто, что из-за того, что у тебя башка... Это аниме какое-то? Не. Ты что, это старый? Это российская игрушка старенькая. Я думал просто ты в Доминатора играл. В домино лучше бы играл с мужиками, блядь. Короче, нет. Рыба. Космический рейнджер. Чтобы актер его доминантом называл. Одна из лучших. Доминант. Игрулик. Я просто думал, из-за того, что у тебя башка большая, короче, как офицер космической полиции, считай. Не-не-не. У него больше башка. А вы мерились? Да, ладно. Ну, у него это самое, он там... Бошка не может шапку. У него четвертый или пятый там презерватив. Это так где-то. Как вот ты знаешь, какого размера у него презерватив? Нет, я имел в виду... Очень тесная дружба. Они же вместе стримят на Твиче. Сука. Вот одна оговорка и все, и пизда. И все, и ты уже записан в отряд. Диверсионный, так сказать, головой. Я вылетел из головы. Ой, булка, мы о тебе были высшего мнения. Короче, не, у него башка... Высшего мнения. Максим, что по-русскому? Одна оговорка, все, пизда, блядь.
Максим такое не прощает. А ты какого цвета, кстати, рейнджер? Да не из этих, блядь! А ты снизу или сверху рейнджер? Я красный рейнджер! Не, не из этих мальчиков трико, блядь, которые объединяются, а другие нормальные. Нормальные, российские космические рейнджеры. Ну это полоска, которую выскакивает, спрашивали? Это баг, я так понимаю, да? Да, это баг. Кто-то клацает. Это фича. Сложно пофиксить. Ну уже она давно. Это вот да. Только. Ну как новая коммуникация. Да, да, новая коммуникация, ну. А я думаю, что за лазеры летают, это полоска на весь экран. Я думаю, что такое? Это космический рейнджер. Я уже пить бросить думал, а вы. Ну, блядь, гасы не загрызли. Вы ему подсказали. То же самое в космических рейнджерах было, бля. Хорош. Ебать, маус. А потом спрашивают, а что ты это самое, к нам на YouTube не приходишь? Ну потому что вы отличаетесь умом и сообразительностью, вот почему. Ну вот же по-доброму, ну что бухтишь? Ну так а что, ты не хочешь стать умным и сообразительным, что ли? Я тоже 83-го, я могу бухтить. Не, просто фугасами буду стрелять. И в этот дворик всем встать, поместимся? Ёб твою мать, просто... Ну это надо запретить. Ты чё такой ругаешься? Да я ни одного матерного слова не сказал, алло. Ни хрена себе. А ёб твою мать, это что такое? Ну что, это просто ну, это ругательство это такое, но оно не матерное. Просто констатация факта, блядь, да? Подожди, ебал твою мать, это не ругательство? Это предложение. Это другое, блядь, ты разницу не чувствуешь? Это другое, вы не понимаете. Это другое, ребят. Максим, ты никогда не расшифровал? Это другое. Блять, засунь себе свою расшифровку. Макс, дышишь эту команду? Свое любимое место, но не трогай мои выражения. Хочу так говорить, я привык. Ты его запатентовал? Да. Это именно на стриме у Левши. А вот у Юли на стриме такого нет. Да, если вы хотите без багов, без лагов, это к Юле. Да, ссылка в описании. У Юли самый лучший стрим. Корма 2. Что началось-то? Тихо. Если вы похотите посмотреть на скилловую девочку. Хватит, хватит. А еще у нее есть котик, между прочим, большой котик. Вы можете посмотреть его у Юли на стриме. Ссылочка в описании. Это ты про Олега, что ли? Да, да. Ну тогда два больших котика. А ссылка на ее котика тоже есть в описании у меня под стримом. Но он сейчас не стримит. Зовут его Страйк. Мой Макс просто завидует, что у него нет такого котика. Конечно, я завидую. Я с этим котиком, значит, 5 лет спал, а теперь ты его себе забрала. Вот ты какая. Так, подожди. Ну вот, Юль. Она, получается, твоего бывшего забрала? Получается, так еще. Подожди, а... Каждый лан мы с ним в одном номере, в да, отеле. Да, и ты ноги чесал. А сейчас что? Не, самое охеренное было, давай короче, попробуй. Макс обычно прилетал всегда да вот... Да я чешу коленку, Олег мне говорит, ты так на Макса похожа. И плачет, да? Нет, ну моего бывшего так. И плачет, да? Я сейчас умру, блин. Слышал, что до сих пор вспоминает. Самое охеренное было, когда Макс всегда приезжал позже всех на лан. И он всегда привозил всякие там чипсы, шоколадки. То есть я не знаю вообще, это он как будто на войну собрался. Это мне кажется... Привычка просто осталась. Да, да. Это как с вышиванием, готовили его к чему-то, то же самое. И мы, а мы приходили, короче, его обжирали и все. Ему просто дома не разрешает, он с собой брал. Он... К войне готовился. Он что, столиком-то кусается постоянно? Вот столик отбирал у него. Отбирал у него еду, да. Даже Олег столько не жрал, сколько Толян. Вы думаете, почему Толик жирный такой, блядь? Он же был вообще худой, когда к нам в команду пришел, вообще худой. Хорошо, мы все были рады, когда Максим приезжал.